Глаза держите закрытыми. Так. Идет световая волна разной длины. Для того, чтобы стимулировать необходимый участок мозга. Световые очки, мягкое кресло и приятная мелодия. Свободное от учебы время галицинские курсанты-пограничники проводят в комнате психологической разгрузки. Ведь будни будущих защитников границы насыщены и непросты. Подготовка к службе основательная. Есть специальные в укладке смартфон, у которого также есть определенные линзы. Не покидая аудиторию, оказаться на месте преступления, не будучи скульптором, смастерить гипсовые слепки и совсем по-художественному снять отпечатки пальцев. Здесь подручные материалы – это ультрафиолет, магнитная стружка, глина и гипс. Это что будет использовать в качестве доказательной базы? Гипс. Да. Помимо криминалистического, есть комплекс стрелковый. На полигоне или в тире десятки образцов огневого оружия. Вот это лепесточки, да? Это лепестки, да? Да, это банальная лепестковая мина. Если будущие защитники границы провели экскурсию для главы округа, то местные ветераны на встрече с Андреем Ивановым обсудили развитие родного города. Одно из пожеланий – новая поликлиника. Обоснованность и необходимость поликлиники, строительство поликлиники, она уже доказана. Сейчас ждем, когда Минздрав включит программу строительства. Не только поликлинику, но и современный спорткомплекс ждут жители Голицыны. Его локацию обсудили на предыдущей встрече с активистами. Дело не стоит на месте. Работы могут стартовать уже в этом году. У нас есть участочек около этого пограничного столбика, который, который вот на повороте на станцию. Мы вместе с Газпромбанком в партнерстве планируем там построить ФОК, спортивно-оздоровительный комплекс. У нас все изыскания готовы. В скором времени перемены коснутся и Голицынской станции. РЖД уже готовит проект подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. Потому что они заявляют, примерно сроки такие. Сейчас идут какие-то изыскания, наверное, проектная работа. 25-й год, по тем письмам, которые в наш адрес пришли, начало строительства. Планы масштабные, причем не только в сфере строительства, но и благоустройства. Пожелания участников ветеранской организации занесли в протокол. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».